Первые признаки весеннего половодья в Шиловском районе Рязанской области подтопило низководный деревянный мост через реку Тырница между населенными пунктами Терехово и Ирицы. Мост ушел под воду на 40 сантиметров, движение транспорта прекращено, но жители от мира не отрезаны. Между населенными пунктами есть объездная дорога. Для обеспечения пожарной безопасности в селе Терехово организованный пожарный пост, дежурят медики и полиция.